что происходит? Просто пока. Что происходит? Я пришел в храм Шивы и встретил здесь человека, как бы, который здесь оказался. И вот что-то происходит, и я бы хотел узнать его историю, как ему можно помочь. Вот, потому что мы делаем наши благотворительные миссии и собираем пожертвования. Вот, оставим его контактные данные для финансовой помощи именно. Оставим его данные для финансовой помощи. Давайте попросим его рассказать его историю. Здравствуйте, меня зовут Константин. Я нахожусь в Индии уже 6 лет. Гоа – мой дом. Я путешествовал по всей Индии, но большее время нахожусь именно в Гоа, потому что мне здесь нравится. У меня произошла жизненная проблема. От меня ушла жена. У меня закончились финансовые какие-то приходы. 6 лет назад я занимался программированием. Я по образованию софт-инженер и программирую на многих языках. Но в данный период жизни я нахожусь без работы. Никаких приходов материальных я не испытываю. Приходится ночевать на улице. Живу возле храма. Уже буквально 3 недели нахожусь возле храма. И меня периодически местные жители прогоняют, но я все равно прихожу вновь и вновь сюда, потому что мне больше негде спать, негде жить, да и не на что. Индия с меня забрала многое. Я очень люблю эту страну, интересуюсь их культурой и прочитал много книг. Мне очень нравится в Индии, но я уже устал, мне бы хотелось вернуться в Россию, домой, к матери, к женщине, к сестрам. Потому что здесь я уже не могу просто, мне не на что здесь существовать, я застрял какой-то петле и одно за одним. Безработица. У меня отказала правую руку. Сейчас мне вообще не найти работу. Я даже не могу мыть посуду, потому что одна рука только работает. Пытаюсь свое горе как-то залить алкоголем. Еще как-то найти себе способы отвлечься. Но ничего не помогает с этим. Мне хочется вернуться домой. Я ездил в Мумбаи к русскому консулу. Пытался восстановить мой паспорт. Пытался как-то легализоваться здесь, в стране, и вернуться домой попытаться. Но пока все как-то напрасно, безответно. Деньги потрачены, дорога испытана. Через 2 месяца мне обещают паспорт, но мне, в принципе, никуда с ним не двинуться, только здесь, внутри Индии, легализоваться. Но и то было бы не беда. Как бы пытаюсь найти себя, пытаюсь не заблудиться в этом мире. 6 лет назад сюда прибыл. На данный этап времени скажу, что я очень устал, очень пострадал от этой страны, от ее культуры. Я не знаю, что сказать еще больше. Хотя вот, что ты имеешь в виду от ее культуры? Ну, от того, что я прочел много книг о мироустройстве вообще Индии. Да, и у меня пострадала психика, у меня случился психологический стресс, эмоциональный, и мое тело пострадало. Из-за чего? От этого. Как ты думаешь? Мне кажется, это открыло что-то новое в моей жизни. Может быть, как-то
открытые, не для всех осознанных, открытые. Я даже не знаю, что сказать, братишка. Вот ты на меня камеру наводишь, а мне нечего тебе сказать. Я стесняюсь, да. Я здесь сломал руку, восстанавливал ключицу, отдал 140 тысяч. У меня потом парализовала кисть на правой руке. Я не могу сейчас ни сигарету взять, ни покушать нормально, ни вещи на себя надеть, ни зубы почистить. Так, чем тебе можно помочь? Вот карту Сбера, номер мы разместим. Да. Кто может себе передать деньги, короче? Ну да. Вот. Доверенный твой человек. Дальше, работа, предложение по работе. Да, я бы тоже не отказался, если мне какую-то работу бы предложили. Просто хотя бы я заказе, бы с радостью, да. Просто на комнату и еду, если бы хватало, я был бы рад. Я думаю, мне много не нужно от жизни, на самом деле. Я не прошу там 50 тысяч, 100 тысяч в месяц. Меня бы устроило просто там комната за 6 тысяч и еды там на 4 тысячи в месяц, грубо говоря, десятка. Ну все, работа, значит. Да. Реабилитация медицинская тебе нужна. Ну, мне бы, я бы рад был, если бы помогли с рукой, потому что... Как ты работаешь, если рука не работает? Да, потому что она очень помогает. Так, ну с рукой тебе можно помочь. Ну, паспорт у тебя делается, ты говоришь. Да, делается через 2 месяца, вот. Его дадут. И ты говоришь, паспорт тебе не нужен, чтобы тебя взяли в госпиталь. Да, не нужен. Они помогут. Можно, да, без документов. А что нужно, чтобы они это сделали? Ничего, просто заплатить карточку 200 рупий. Ага. Там за их медицинскую. Доехать туда надо на чем-то. Ну да, на чем-то доехать. Лекарства купить там, которых у них может не хватать. Ну, у них да. Половины лекарств нету, то, что они раздают их бесплатно. Согласен. Вот. И, наверное, на какую-то еду там, потому что больничная хавка все-таки. Ну, да. Ну, это хорошо, когда они там, они кормят тебя именно тем, чем надо, но не знаю, мне кажется, хорошо, если ты можешь выйти и хлеб там купить себе. Вот, алкоголь, они на этот хлеб берут, короче, сразу. Ну да. Алкоголь они на этот берут, у них там собаки есть, и, короче, у них это очень-очень строго с алкоголем нельзя в госпитале. Вот. Значит, получается, тебе просто нужен билет, там немножко денег в дорогу, обещание, ну, да. чтобы ты их не пропил, а использовал на свое... Прости, пожалуйста, я не хочу тебя оскорбить. Ты говоришь. Чтобы ты использовал на свою руку, короче. Да. Чтобы ты вылечил свою руку, чтобы ты ей мог заработать себе да, много например. Денег. Когда вот эти чуваки, у которых есть ответ на этот вопрос, смогут с тобой связаться. О, с тобой связаться. Блин. Как люди могут с тобой связаться, если ты хочешь, чтобы люди с тобой связывались, если у них есть что тебе предложить? Там... Надо у братишки номер спросить, можно его выбрать. Какого братишки? Вот этого индусика? Да, у индусика. Этот индусик, он же не всегда с тобой будет здесь. Ну, может пока быть... он со мной. Ну вот, у тебя не телефон, а у тебя я свой нет. поломал, у меня дисплей разбит. Дисплей разбит? Да, и нету денег починить дисплей. А сколько надо чинить? Не знаю, полторашку. Полторашку не починят, ты уверен? Ну да. А где? Ты знаешь, на бассейне? Здесь, на бассейне, да. Сколько? Давай починим, может, его просто и все. Или кнопочный телефон, типа ненадежный, который ты не разобьешь. Что тебе предпочтительнее? Этот починить или новый починить? Ну, лучше этот починить. Этот починить. Ну, это мы сейчас тогда починим. Чем еще тебе можно помочь? Как ты думаешь? Что тебе нужно? В чем ты нуждаешься? Сломника. Да. Но это как бы деньги. По сути, ты же можешь обналичить деньги, если тебе в России придут? Да? Все. Значит, это все первый пункт включается, ну, но да. мы заострим на этом внимание, что тебе негде спать, ну, да. тебе нечего есть, тебе нужна помощь, ну, да. вот, тебе нужны прям конкретно прямая помощь, мне кажется. Значит, комната это, вот, что еще можно? Да ничего, я с остальным сам справлюсь. А, этот, какой-то контакт, телефон, это мы сейчас починим. У тебя симка есть, да? Да, есть. Она работает у тебя, да. ты уверен? Да. Она на индуса, что ли? Да. А, ну тогда нормально. Так. Все. Ну, ну все, наверное, я думаю, этого достаточно. Ну да. Если да. ты еще, может быть, что-то хочешь добавить. Да нет, достаточно. Вспомнил, может быть, что-нибудь там. Скажи, ребятка, может, это...
после этого всего, когда ты приедешь в Россию, как бы... Я как приеду в Россию, во-первых, я сыграю свадьбу, я восстановлю отношения с моей семьей, с матерью, я устроюсь на работу, я верну долги всем тем, кто мне помогал, пока я находился в Индии, пока я находился без денег. Я всех помню, никого не забыл. Постараюсь отработать это все, устроиться на нормальную работу, заработать, построить себе жизнь, родить ребенка, воспитать его, дать то, что мне не давали, возможно. Быть хорошим папой. Главное радоваться жизни, не забывать о том, что мы все люди, что все не так уж плохо, возможно. Что ты не один. Самое главное, помни, что ты не один. Что люди тебя окружающие тоже и сочувствуют, и переживают. И... Все будет хорошо, спасибо большое. Всех люблю. Хватит снимать уже, братан. Все, он устал, вырубай. Спасибо вам, люди, за ваши донаты. Вот русским беженцам тоже помогаем. Русские беженцы чувствуют себя великолепно, живут в удовольствии, наслаждаются жизнью. Все вообще просто. Реально, YouTube-канал. Вот у меня 300 подписчиков всего лишь. И вот они сейчас только набрали. Утонется у тебя YouTube-канал. Не спрячешься, что? От меня можно скрыться? Что это такое здесь происходит? От меня не скроешься. Все. Ты от меня не спрячешься. Это кто такой здесь подглядывает за всеми? Нос такой любопытный. Чей? Все, я спрятался, меня нет. Что? Нет, есть я все-таки, да? Это хорошо, когда я есть. А это кто у нас такой здесь? А как тебя зовут? Меня Ваня зовут. Тебя как зовут? What is your name? Do you have a name? Name. Нам. Атканам кюахе. Меринам Иван хе. Атканам кюахе. Russian? English? Hindi? Sanskrit? Name. Здравствуйте, здравствуйте. Надену маску, никого не буду слушать. Мне нужна совсем другая, а не эта ерунда. Словно корабль на суше, я никому не нужен. Но если вдруг потоп, кроме как воды, никуда. Где это добро и зло, ненависть и любовь? Куда же нас унесло? Все зашло так далеко. Вот, ничего не предвещало беды. А тут вон два товарища сидят. Один братух. Куда девался этот борцух, слушай, да? Не видно, вообще не видно, да? Ну, после ты знаешь, какие борцы. Один пошел-то, второй вышел, третьего вообще не увидишь. Here to sign with our witnesses. You don't know to be office. So finally we came with the witnesses to sign and get our marriage certificate, like government one, right? Legal one. Legal one, yeah. We have each other, one witness, this is Aigo. Second witness somewhere around there. Is left to somewhere
two witnesses are getting late, and our lawyer is getting late, as always, so I think everything is okay. Свадебные костюмы для богатых. Я свой сделал сам, со своей женой, задизайнили мы их сами. Принесли к портному выкройки, идеи, все такое. Сказали, надо, сделайте, нам сделали. Ну вот такие вот еще продаются. Вот золотой очень прикольный. А вот того вообще штаны какие-то, прям дудочки, прям как, не знаю, лосины. Да блин, что ж вот, что я показываю, то ты закрываешь, друг. Во. Лосины прям, натуральные лосины. Ну а что, жарко. Давайте леггинсы оденем, действительно. Ну что ж, двое свидетелей опаздывают. Мы создали групповой чат, мы написали всю информацию там много раз. Мы всем позвонили и написали лично, чтобы продублировать, потому что это ГОА. Офис закрывается через 3 минуты, мы попросили их подождать еще, потому что у нас опаздывают люди. Это очень сложно найти доверенных людей, как бы в туристическом месте, в курортном месте, которые действительно помогут, поддержат, не только на словах, но действительно подставят плечо, когда вот 1-2 дня, когда это надо, даже за деньги. То есть, ну, за большие деньги это могут сделать. 7 тысяч рупий свидетель. Будем надеяться, что все-таки они приедут, наш адвокат придет, офис не закроется, и мы все сегодня подадим, подпишем, и что завтра тоже никто не проспит, потому что завтра нам надо уже в 10 часов быть в МАПСе на регистрации, и потом еще через 2 недели опять так же с 5-6 свидетелями приезжать туда же и все это подтверждать, что только после этого мы получим наш правительственно, так сказать, заверенный брачный сертификат. Религиозный у нас есть, а правительственного нет. Короче, мы просто собрали паспорта со всех, поехали еще раз в порт, в МАПСу. Вот здание суда. Мы решили просто собрать со всех паспорта и привезти сюда, и сами все сделать, прежде чем наши уважаемые свидетели приедут в понедельник на свадьбу, на регистрацию, чтобы никого лишний раз не дергать. Очень все сложно, все очень в последний момент все объявляется. Зато какую мы красоту сделали. Это вот я пошел купил ткань. And Pooji made the design of this sari. Look how beautiful she is. Как обычно, мы приехали в 11:30 со свидетелем новым, которого нам сказали найти вчера. Ну, часов где-то, наверное, в 9 вечера нам сказали, что нам надо найти нового свидетеля, адвоката. А до этого он сказал, что приезжайте в суд, короче, но он сказал это за час до того, как мы уже всем свидетелям с паспортами нужно было быть в суде. Просто нереально, я не понимаю, как можно настолько просто не уважать своего клиента. Я должен как бы эту антирекламу сделать, чтобы просто люди знали, что вот такой вот вариант может быть, чтобы просто сохранили свои деньги, нервы. Вот. Мы ждем с женой, со свидетелем, как бы, сколько времени уже? 11:50, он на 20 минут опаздывает. Я ему звоню, спрашиваю, что там как. Он говорит, я сейчас в суде, типа, опаздываю немножко. Мне жена говорит, сегодня государственный праздник, суды не работают, короче. Ну вот, он потом мне звонит, говорит, пришли мне там данные вот этого, короче, свидетеля. Я, короче, ему присылаю, и он начинает, в общем, рассказывать, так, этого мы заменяем этим. В общем, он начинает рассказывать мне все неправильно. Он забыл все, что вчера было оговорено и записано. В общем, мы заново ему все объяснили в письменной форме, потому что голосовые – это тяжело для них, и голосовые особо не ткнешь потом, поэтому письменная переписка важна. Вот именно печатными буковками в WhatsApp. Потом в это можно ткнуть, что вот мы тебе говорили, если он, конечно, не удалит. Хорошо, что этот господин на байке согласился нам помочь и стать нашим новым свидетелем на замену. Моя жена Пуджи.
Люди на улице просто из-за этого уже спрашивают ее, что происходит, потому что та работа, которая должна была сделана быть за 15 дней, делается 2 месяца, ну как бы хрен бы с ним, если бы нас просто держали в курсе, честно, но он врет, он говорит, типа, я в суде, на самом деле он просто не сделал ту работу, которую он должен был сделать с утра. В общем, суть в чем? Он не подготовил драфт с утра. И из-за этого мы его ждем. Он забыл подготовить драфт, поэтому мы ждем его здесь. Отправляем ему все данные, ждем его здесь со свидетелями, пока он там соизволит сесть и напечатать вот это вот все, понимаете? И за это мы заплатим ему деньги. Больше for 100 rupees, says. Больше за 100 рублей. Че это вот за рука? Вот. Это, оказывается, русское кафе, короче, прикиньте. То есть владелец, хозяин и основатель, единственный работник, русский. Говорит, в сентябре, короче, только вот нас, вот этот бузинец. В октябре ему только дали сюда зайти, когда крышу сделали, и вот он все, вот это вот ничего просто. Поднял, такая разруха была. Ну вообще, конечно, давайте посмотрим, что внутри. Пожалуйста, пацаны, заезжаем. Три элефанта. Это, собственно, основатель. И хозяин, и главный повар, шеф. Здесь вот меню. Здесь вот, смотрите, кофе, чай, омлет, болтунья, овощ панир, куриный, бургеры. Цены прям маленькие. Рассчитано на то, что у вас тут целая толпа должна быть прям завтра, пацаны. На английском меню сделано тоже. Шарики здесь. Кокосовый шарик, наверное, есть, да? Черный, белый кокосовый шарик. Да, 40 рублей. Сувенирчики всякие можно купить тоже. Обереги. Кухня чистая, смотрите, какая чистая. Это, возможно, самая чистая кухня в Арамболе, если честно. Даже комариные спирали тут есть, павлиньи перышки. И вот такой вот дизайн. Простенько, ну чё. Парень только открылся, парень один. В принципе, тоже можно посидеть. Братчики отрекся. Братчики. Тёти. Голодающие по Волжье. Худой прям как я почти. Это, пожалуй, даже потолще, чем я будет. Наверное, каждый день борщ ест. А я уже забыл, какой на вкус борщ. Представляете? Смотрите, народ, вот такой вот борщ. Сэндвич с беконом, но это мне нельзя. Это называется три слона, ребят. Three elephants. Новенькая, прям новёхонькая, только-только сделанная. Это рука того, у кого не оказалось 100 рублей за борщ, так понимаю. Не, я думаю, здесь прям толпа будет. Борщ вкусный, я попробовал. Очень прикол, не знаю, вы будете ржать, наверное. Отличный ресторан, очень вкусный. Шикарная еда, ну... дороговатый, как бы. Ну вот, посмотрите, цены. Вся еда здесь вегетарианская. Полностью никакого мяса нет. Вот такое богатое меню. Все разные блюда. Но суть не в этом. Я говорю, вы будете ржать, потому что... Ну что, вот здесь вот есть KC меню. И здесь... Все на 10-20 рупий дороже получается. Интересно. Харе Кришна. Just
just fell down. Probably he have a stroke. He said he have a blood pressure problem. And I called for ambulance. I asked those people to call to ambulance to this guy, but look what's going on there. They do prefer to drink and to chill instead of help. You see disrespectful people working there. I asked them to call the ambulance. They said they don't have a number. I said the number is 10. I just didn't have my phone. So I came back to my house to pick up my phone to call an ambulance because there is 100 people around, but no one gives a f***. Okay, people, so there is an accident happened. One man just fell down, probably have a stroke. No one cares. Oh, they are calling. Okay, ambulance is coming. This boss, I asked to call ambulance 20 minutes ago. Road is more exciting than somebody's life. Вот здесь вот, короче, сидели два мужика за стульчиками, работали. Я попросил их в скорую вызвать. Да, а вот здесь вот, что фонарик Серакс я снимал, чтобы скорую вызвать этому человеку. И сказали, что у них нету скорой. Что такое? О. Вот, что они там? Недовольны? Недоволен. А-а-а. Что такое? Улыбается. Харе Кришна! Не нравится, говоришь. А? I'm shooting for my video blog. I'm shooting for my video blog. For my video blog. Вот, снимаю я, короче, этот стационарий шоп, а этот, короче, мне машет рукой, мол, убирай свою камеру, короче, говорит. А я ему тоже так, типа, рукой показываю, говорю, а чё, убирай-то? А он такой сразу меня видит, такой сразу улыбается, блин, сразу ручки поднимает, Харе Кришна, Харе Шива. Как ты можешь говорить эти слова? Ты недостоин произносить такие слова, когда тебе говорят, вызови скорую человеку, номер скорой 108, чтоб ты задумался. А ты говоришь, а мне ручку сейчас, бумажку надо продать. Я не знаю, говорит, номер скорой. У меня нет телефона с собой. Я этого мужика спрашиваю, я говорю, а почему так вот происходит, что даже local people, короче, они, ну, им похуй друг на друга. Он говорит, бро, потому что эта страна, она проебалась. Страна охуенная, говорит, но люди так плохо друг с другом и с ней обращаются, что это просто пиздец. Все, меня там уже хотели побить за то, что я, понимаете ли, такой снимаю и скорую вызываю и говорю всем им, что они не правы. Благо, Палыч подъехал, но он постарше, с бородой сидел, начал им что-то объяснять, они вроде его послушали. Но мы мужика в скорую погрузили, я убедил, что его скорая не выпьет из тачки, потому что он индеец, мало ли денег нет. Нет, его забрали, повезли. У него парализовано лицо. Блин, эти синяки, короче, говорят то, что... А мы видим, как он синячит с нами каждое утро, мы видим, что он синячит, короче. Я говорю, и чё? Это значит, что ты можешь решать, он будет жить или умереть вот сейчас, потому что у него проблемы с давлением, там, инсульт. Какая разница, почему он пьет? Он тебя трогает? Почему ты решаешь, будет он жить или умереть? Почему тебе нельзя позвонить в скорую? People, good morning. So, because of this situation with our lawyers, we spent 4 months basically for nothing. 4 months of eternal stress. Now our visas are getting expired. And we have to leave this beautiful country to Nepal to visit a Shiva temple in Kathmandu to connect with Lord Shiva a bit more closer because obviously something is wrong. I will go there with pleasure.